но направила его к Карине Тиль, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Ну вот, в принципе, самое крутое – это поиск Лютика. Вообще хочется еще с бароном закончить сейчас. Может быть, с бароном завершить там поиски его жены. Освободить ее из болот. Не убивайте! Так, тут надо досточку прочитать. Кстати, с этим меч можно продать, в принципе, пока что. Там уже, по сути, сколько опыта будет приходить, надо посмотреть. И сделать, наверное, надо будет улучшение грифона, а пока что скинуть его в сумку. Сундук. КГС используют. А, не снайперцовка. Ага. Что-нибудь наточи. Покажи. 429, отлично. Так, остальное сумку. Прощай.
Нельзя. Так, на вес 59 это вообще отлично. Откуда тут вообще охотники за колдуньями? Не ехали же они из самого Новиграда, чтобы вздернуть двух холопов? Не знаю, господин. Они сказали, куда едут? Геральт, хорошо, что ты пришел, а то с этим мужичьем сладу нет. Надо будет их кнутом поучить, может, яснее заговорят. Ну, говори, куда поехали. В деревеньку на болотах, господин. И какая-то девка с ними была. Про мать вы спрашивала. Девушка? Геральт, едем туда. Сейчас же! Согласен. Сейчас я людей соберу. Живо собирайтесь! Пойдем на болото! На ведьм охотиться! Так, ну ведьмы, что там? От трупоедов. По эликсирам, как обычно, грифон до 20% увеличивается сопротивление, это отлично. Ну и, соответственно, призрак. Классная штука. Ёбаные топи. Дух тут тяжелый, вот у крестьян мозги и гниют. Ведьмы, сука. Вот чё только холопы не придумают. Скоро ты сам убедишься, что ведьмы существуют. О, да. Сидят какие-нибудь старухи безумные, да людям головы морочат. Анна с ними осталась, потому что сердце у нее мягкое. Она всегда добрая была. Да. Чертям!
этого. Зря мы сюда полезли. Сейчас вот справились, но дальше-то что? Да, боишься, сильный Берг? О, на 67 заряда. Ну, отлично. Йота? Да не в жизнь! Ладно, господа, шевелитесь. Покажем этим тварям, кто тут хозяин. Передумал? Сколько отец тебе заплатил? Думаю, тебе нечего бояться. Ты же привела с собой друзей. Я не боюсь. Вечный огонь меня защитит. От меня и защищать не придется. Тамара, доченька, вернулась все-таки. Дай-ка я тебя обниму. Не подходи. Я приехала за мамой. Ты бы так и оставил гнить ее на болотах. А ты думаешь, что я тут делаю? Я возвращаю ее домой. Вот уж нет. Ты ее больше и пальцем не тронешь. Никогда. Я не позволю. Ты можешь обижаться на меня. Я был не лучшим мужем и отцом. Но я изменился. Ну спроси, кого хочешь. Геральт, ну скажи ей. Твой отец и правда хочет найти жену. Твою мать. И много он тебе платит, чтобы ты держал его сторону? Истинно говорю вам, гнев не доведет вас ни до чего иного, кроме погибели. А это вы кто такой? А ты кто такой, чтобы спрашивать? Это мой командир.
Этой пьяной свиньи это не касается. Тамара, значит, ты с ними теперь? Может, еще велишь им собственного отца повесить? Или под пытки отдать? Ты мне не отец. И мне все равно, что с тобой станет. Напомню, что у нас есть дела. Ведьмак, поможешь нам? Затем я и пришел. Я потерял 5 людей и не знаю, чего еще ждать в этом проклятом месте. Не стоит терять времени. Ведьмы могут вернуться. А с чего ты взял, что их здесь нет? С того, что мы еще живы. Обыскать деревню. Отерла все. Эй, давай-ка назад. Грязнуля. Пряника кусок. Свеженький, горяченький. Мама. Вот и ты. Свежий. Как цветочек. Бей меня. Вышло слишком мало. Я надкусила проверить, крепкий ли. Но он свежий. Жалься. Сжалься! Я просила, молила! Мама, это я. Ты узнаешь меня? Что с ней такое? Я же сказала, что все сделаю. Дай-ка сюда, я протру. Все начисто ототру. Мама! Что-то приближается. Готовьтесь. Что это было? Может, волки? Что-то не похоже на волков. Это верно. Приготовьтесь. Они убьют меня и вас. Всем! Отличный выдень сочек.
Прекрасное тельце. Мускулистое. Аж слюнки текут. Похоже, бес. Ведьмы нас почуяли и послали его за Анной. Проклятые ведьмы! Мало они нам зла причинили. Хватит! Я забираю ее. Это моя жена, и она вернется со мной домой. Я буду рад, если ты поедешь с нами. Не прикасайся к ней. Мы обе уезжаем из этого проклятого места. Она больна, слаба. Куда ты собралась тащить ее в таком состоянии? Боксенфурт, ты убьешь ее! Я о ней позабочусь. Вы рвете ее друг у друга, как тряпичную куклу. Дайте ей решить. Куличики? На обед будут куличики. Ничего она сейчас не решит. Это какие-то злые чары. Ведьмак, помоги ей, прошу тебя. Прежде всего, ее надо отсюда забрать. Ведьмы уже знают, что мы за ней пришли и могут прислать кого-нибудь пострашнее беса. Я не двинусь с места, пока ты не скажешь, что сможешь ее расколдовать. Боюсь, это не злые чары. А что же? Она слишком много вынесла. Потеря ребенка, похищение бесом, жизнь в деревне у ведьм, заботы о детях, которые теперь пропали. Все это оставило на ней след. То есть ты не сможешь ей помочь? Она навсегда останется такой? Мне очень жаль. Я отведу ее к одному пустыннику. Я встретил его много лет назад. Очень мудрый человек. У него настоящий дар врачевания. Стоит попробовать. Я поеду с тобой. К сожалению, это невозможно. Почему? У тебя есть обязательства перед Церковью Вечного Огня. Как только мы закончим дела в Велине, ты вернешься со мной в Оксенфурт. Ты сказал, что спасешь мою мать. И я сдержал слово. Теперь о ней позаботится твой отец. Позаботится? Ты же знаешь, кто он такой. Знаешь, что он с ней делал? Он уверяет, что изменился. И я вижу в нем настоящее раскаяние и скорбь за прошлые грехи. Он позаботится о ней. А у тебя теперь новая жизнь. И новые обязанности перед Вечным Огнем. Не бойся, все будет хорошо. Я больше не притронусь к водке. Найду знахаря, а когда он ее исцелит, мы тебя отыщем. Поклянись. Клянусь. Ведьмаки были созданы, чтобы убивать чудовищ. Неважно, кто дает заказ, важно, чтобы плата была по уговору. Мелочи только отравляют жизнь. Ведьмак должен делать свое дело без лишних сомнений. Он просто поднимает брошенный ему кошелек и отправляется своей дорогой. Люди не ждут, что ведьмак станет защищать их от них самих. Спасибо за помощь, ведьмак.
несмотря ни на что. Да хранит и направит тебя вечный огонь. Спасибо. Прощайте. Может, да, может. А может, и хорошо, что ты отпустил ее с отцом. Я не уверен. Мы больше ничего не могли сделать. Ведьмак тоже. Если кто ей поможет, то какой-нибудь ученый знает. Наверное, ты прав. В принципе, вот уже и 18 уровень скоро, так что можно Грифона поискать улучшение. Меча я смотрю находил, штаны, сапоги, перчатки, доспехи и серебряные. Вот можно, в принципе, сейчас найти. Половодья только не хватало. Но! Льет, как из ведра! Масло против огров.
Ох, и гнусный же ты! Здесь стоит осмотреться. Yeah!
Вперед, плотва! Ну что, паскуда? Застрял под плотвой. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Шевелись, плотва! Покажи, что умеешь! Yeah.
Но! Здесь стоит осмотреться. Что за запах? Ну, что за запах, я без понятия. Мускусом драконида. Он, наверное, тут недавно поселился. Это задание какое-то.
Здесь стоит осмотреться. Здесь протащили что-то тяжелое. Тела? Ни форма, ни сапог явно не нильфгаардский солдат. Может, кто-то из соседней деревни? Так, сейчас можно будет скрафтить грифона. Найти два куска еще осталось. И как раз уровень сейчас должен быть. Что у меня на прилавке. Налетай, покупай, не раздумывай! Эй! Все ко мне! Чего желаешь? Если у меня нет этого сегодня, непременно будет завтра. Вот эта штука нам сейчас пригодится. Будь здоров. Может, да, может, нет. Может, иди. Да ну его. Thank you.
Эй ты, Люд! Здесь риданская армия стоит. Прохода нет. Не будешь крадать лодки. И где же эта риданская армия? Так ведь я тут стою. Не видеть? Я записался в армию короля Радоведа. И мне приказ защищать лодки. Дрянь это, а не лодки. Мне надо защищать лодки. Но нет дров на этот забор. Но есть лодки. Я сделал забор из лодок. И теперь лодки защищают лодки. Кто завербовал тебя в риданскую армию? Никакой вербы не было. А были солдаты. Сотник говорит, охранять лодки, а то их крестьяне могут украсть, потому что это их. Я не понимаю. Я понимаю так. Конфисковали эти лодки у крестьян и боялись, что те попробуют свои имущества отобрать. Что было дальше? Сотник ушел, а солдаты пили. И пели так, что ух. Я слушал. Но крестьяне пришли с косами. Я хотел помочь армии. Тогда иду. Крестьяне в крик. Солдаты в крик. И я совсем не сильно, они лежат. Солдаты тоже. А приказ был охранять лодки. Вот я охраняю. Я теперь весь солдат и петь тоже умею. Петь? Нет, я уже слышал, не нужно. А где тела? Я ни одного не вижу. Я был голодный. Жалко пропадать еду. Крестьян не жалко. Товарищи чуть жалко. А провизия хорошо. Понимаю. У войны свои законы. А Людь тоже солдат? Нет. Я могу тебя сделать солдат. Тогда я сотник. Я говорю, принеси краску. И Людь принесет краску. Какую краску? Ну, краску. Красную, белую. В городе есть. Но я не могу идти. Я охранять лодки. Так случилось, что у меня есть с собой краска. Что случилось? У меня есть краска, но рисовать не умею. Да, это осложняет дело. А Людь умеет рисовать? Я приказываю, пусть умеет. Ну, смотря что. Птица пусть рисовать. Такого риданского, как на гербе. Ты лучше нарисуешь. В конце концов, ты ведь солдат Радовида. Да. Я попробую. Людь не убегает и смотрит. Нехороший птиц. Противный. Нет, вышло совсем неплохо. Людь вежливый, а птиц противный. Я сам вижу. Хороший Людь. Не такой, как другие. Спасибо. Брага за войне под споре пехотинцам лукам. Ну и самое крутое это
масла не стираются, наконец-то. О, у нас появилась ячейка. Можно сюда пока закинуть сильную спину. Свора атриданцев Третагора. Эх, Дуня, 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 я. Дуня, не я моя. Лодки охранять лодки. Так, последний чертеж для перчаток. Сейчас мы найдем. Здесь стоит осмотреться. Вот, собрали. Ну, пойдем крафтить. Полуденницу надо загасить. Это будет не так просто. Thank you.
Сердце расхотелось. Света там, по-моему, на кошку нужно. Давай, плотва. Ты знаешь, что такое коллекционные звездюли? Выбить маг! Нам должно быть себе! Здоровье! Добро! Давай монету! Ведьмак, здорово. Барона нет. Уехал знахаря для жены искать. Я знаю. Ты видел, что за воротами творится? А что? Барон оставил меня за главного и приказал парням навести порядок. Они грабят и убивают. Такой вот у нас новый порядок. Нравится тебе это или нет? Мастер-ведьмак, недалеко от Подлесья, в гротах эльфов. Да, скажу! Все скажу! Мать, где покраса спрятана?
Что-то еще там было. Сердце. Шкура и перо. А перьев что-то нету. Придется где-то гарпи искать. Ладно, уже попозже поищу гарпий. А, нет, есть. Спряталась, зараза. Шкура, ух ты! Тебя через пятак. Ребята, говорили, что есть в одной деревне девка, с которой в еду покувыркаться можно. Сюда да никакая не старая бабища, у которой зубов нет. Молоденькая, гибкая, коса по самую задницу. Чем могу служить? Эх.
Бывай. Так, ну и мечи. С добром едет? Может. Того. А если сам отдавать не хочет, так могут и обушком. Ой, ну и баду. Откуда боги привели? Куда он, интересно, яйцо там сует в меч? Так, яйцо, язык есть. Вот пыль, вот эти слитки. Ребята говорили, что есть в одной деревне девка, с которой за еду покувыркаться может. Но ты за твои проклятия, он большую цену заплатил. Чем могу сл... Бывай. Чем? Yep. Бывай.
Чем могу? Я хочу... Бывай. А то небось с голоду спасёшься. За подарки эти он большую цену заплатит. Деньги. Не хотите говорить добром? Нет, прошу вас. У нас уже ничего не осталось. Сударь, помогите. Не вмешивайся. Оставьте их в покое. А тебе что до этого? Я не буду спокойно смотреть, как вы их грабите и убиваете. Так не смотри. Впечатлительный какой. Ты еще здесь? Эй, взять его. Не любишь серебро? Все затянется. Парню надо сосредоточиться. Выродки! Молчи, говорю. А ты чего? Тоже хочешь получить? Что тут происходит? Господин, моя дочка, помогите. Моим людям надо время от времени развлекаться. А то они нервные становятся. Я не позволю. Так и думал, что этим кончится. Взять его! Жалкое зрелище. Ah!
денежки на личную жизнь, сука, нету. Будет чертям потеха. Павелу, загоди! Пес тебя ездил! Еще можно сдаться. Спасибо тебе, господин. Спасибо. Есть ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк. Ну, все, все, все. Хлопот ищешь? Они сами тебя найдут. Добро. Давай монету. Чем могу... Я хочу... Бывай. Но... Так, ну сейчас мечи остается скрафтить. Не надо ли тебе чего, мастер? Король, если тебе сегодня кто жопу лижет... Только не это... Что-нибудь над... Покажем. Прощай. Как видно. Ну а потом можно будет уже выполнять поиски Лютика. Эх, и жить не буду.